Самый частый вопрос не только у меня, как и у всех. Что лучше, рулетка или кейсы? Где лучше выбивать скины для CSGO? С какого баланса лучше выбивать скины для CSGO? На каком сайте лучше выбивать скины для CSGO? Именно поэтому я запустил, ребят, давным-давно рубрику «Сравнение сайтов», которая также продолжается. Сегодня у нас HellStore и сайт MyCSGO. На каждом сайте будет ровно по $5. MyCSGO принимает валюту в рублях, HellStore в долларах. На HellStore закинул я $5, а на MyCSGO закину 300 рублей, потому что 300 рублей — это плюс-минус $5. Даже чуть-чуть побольше, по-моему, если я не ошибаюсь, или 400. Я посмотрю по детализации и пополню именно такую сумму, сколько я потратил на сайт HellStore. В принципе, $5 у меня здесь. Я не знаю, ну, типа, сразу рисковать или потихонечку пойдем. Но перед тем, как мы пойдем, обязательно подпишитесь на канал, досмотрите ролик до конца, потому что в течение этого ролика я для вас устроил интересный конкурс. Какой конкурс и что необходимо сделать, и какой будет приз, вы увидите в этом ролике. Да и в целом ролик будет на самом деле интересный и насыщенный на различные события. Так что не пролистывайте, а смотрите его до конца. Я думаю, предлагаю начать сразу с рулеточки на X2, на X3. Давайте через магазинчик купим. Вообще, на сегодняшний день я нашел свой самый любимый сайт. Это сайт MyCSGO. Но хочется и разнообразить также другими сайтами. И, честно говоря, ничего в голову не приходит, на какой сайт стоит депать мне. То есть вы все прекрасно знаете, что я люблю депозитить там большие суммы. По 10 тысяч рублей, по 5, по 15 тысяч рублей. Один раз я депозитил 50 тысяч рублей. Ну, понятное дело, что это было все с промиком. Но, тем не менее, у меня на балансе было 50 тысяч рублей. И хочется, конечно... О, синька, нормально, X2. Ну, я думаю, так потихонечку попробуем залутать. Хотя бы X4 сделать от нашего депозита. Давай на X3 мы поставим бакс. И бакс поставим, точнее, 0.5. На X3 и бакс поставим на X2. Вот, и именно поэтому хочу вас попросить, напишите, ребята, в комментариях ваш любимый сайт. На каком вы сайте больше всего крутите, где вам дает, где вас сливает. Возможно, есть сайты, которые я еще не обозревал и не включал в рубрику сравнения сайтов. Обязательно напишите в комментариях, потому что, по-моему, нормально. Плюс бакс, плюс 0.5, потому что я поставил на X3. Вот сюда давай мы поставим, оп-оп, бакс поставим и на X5, и на X2. Нет, все, бакс поставим только на X5. Если X5 зайдет, будет это целый наш депозит $5, и мы будем с вами в плюсе уже $3-4 минимум. Вот, по-любому есть сайты, на которые я не залетал, о которых я просто тупо даже не знаю, так что напишите об этом в комментариях. Это ни в коем случае не байт на то, чтобы вы писали в комментариях, просто на самом деле... нет, синька. Что-то он как-то странно, то дает, то не дает, почему так? Последние 100 игр, только за 100 игр одна зеленка была, 15. Давай вот так вот просто по 0.5 будем ставить на X5. Если мы за 4 ставки у нас зайдет, мы с вами уйдем в плюс. И вот сюда давай будем ставить. Вот эти две ставочки мы сейчас будем с вами отрабатывать на X3 и на X5. Не будем стараться их ловить. Надеюсь, не будет X50, потому что на X50 я бы тоже хотел ставить, но типа он заряжает, это, по-моему, X3. Ну, плюс... 0.5, плюс 0.5. Ну давай просто так же продаблим. Сюда поставим 0.5, сюда поставим 0.5. Вот, как я говорил раньше, вы что-то как-то не заценили, ребятки, конкурс мой на ножик. Я не знаю почему, очень мало было участников, около 60 человек, и мне это расстроило. Я думал, участников будет человек 500-600, с тем учетом, что сериал, посмотрели, ну, в совокупности 1050 человек. Это если говорить в совокупности, если говорить в совокупности. А если говорить самый популярный ролик из сериала, это был 15 тысяч просмотров, по-моему, если я не ошибаюсь. Сейчас давай мы $2 поставим на X2, потому что надо как-то апаться. И сюда поставим на 0.5, и сюда поставим на 0.5. Да, давай поставим, ладно. Если синька прилетит, будет хорошо, мы будем в плюсе с вами бакс. Если голдуха прилетит, будем с вами в минусе бакс. Если X5 прилетит, будем в плюсе. Вот печалька. Печалька. Хотел сюда $1.5 поставить. Но $1.5 я потратил сейчас сколько? Я потратил 3, 1.5 минус $2. Ух ты. Ну, это достаточно серьезно. Давай сюда поставим $1.5 на X5, потому что что-то его не было. И вот это мы дело сейчас разменяем. Как это нам сделать? Давай-ка мы вот так вот сделаем. Так вот, еще разочек. 0.5. И еще 1.05 купить, недостаточно баланс. Давай, X5, дай X5. Это уже будет 10, ну, 7,5 баксов. Вот ты же хорошо летела. Ну, очень хорошо летела. Почему это не долетело, интересно, непонятно почему. Хотелось бы, конечно. Хорошо, ставим.
X5. На X5 ставим $1.5, потому что... Что случилось? Что такое? X3 выпало. Что-то у меня немножечко все залагало, и в итоге выпало X3, но не X5. Баланса, в принципе, у нас нету. Погнали на MyCSGO. И, кстати, перед тем, как мы пойдем, ребята, если вам нравится рубрика сравнения сайтов, либо рубрика «Окупа слово баланс», или в целом вам нравится контент по открытиям кейсов, где есть скины для CSGO, обязательно переходите на мой YouTube-канал, подписывайтесь и смотрите там много интересного контента. Снимала специально все для вас. Итак, ребята, 386 рублей у меня вышло пополнение на сайте HellStore. На сайт MyCSGO я закинул ровно такую же сумму. Ну, плюс-минус, там, рубль-минус. Это сайт MyCSGO, предыдущий сайт был HellStore. Промокод на сайт HellStore я нигде не мог найти. На сайт MyCSGO он всегда есть, всегда присутствует и всегда актуальный, который называется STR777. Секундочку внимания послушайте, пожалуйста. Ребята, никого никогда не призывал куда-либо депозитить свои деньги или вообще в целом закидывать на различные сайты и тратить эти деньги на какое-то мимолетное развлечение. Но если вдруг вы пришли к такому выводу, что вы хотите закинуть денежки на сайт и хотите выбить топовые скины и выводить к себе в инвентарь, чтобы с ними в перспективе играть, заходите на сайт MyCSGO, вводите вот этот промокод STR777, будете получать плюс 40%. Что это значит? К примеру, вы решили зайти и задепозитить сюда там 352 рубля. Но на баланс вы получите 492, то есть, грубо говоря, 150 рублей вы получите халявно от сайта MyCSGO благодаря вот этим трем буквам и трем цифрам STR777. Промокод оставлю над своей головой и вместе с ссылочками на HellStore и на MyCSGO и промокод оставлю в описании под этим видео либо в закрепленном комментарии. 386 рублей – это на самом деле такой очень-очень маленький баланс, с которого, ну как сказать, не то чтобы тяжело, это я вот скажу про остальные сайты, что да, на самом деле тяжело что-либо сделать. Но на сайте MyCSGO я снимал ролик, где с 500 рублей сделал ножик, где с 50 рублей сделал ножик, там, конечно, сделал простой ножик, а вот с 500 рублей сделал ножик за 9000 с копейками рублей, кстати, это было вот буквально пару дней назад, может быть, позавчера, можете зайти посмотреть на моем ютубчике этот ролик, вот хорошо. Вот это хорошо, 196, 344 рубля, все, плюсик словили, надо отсюда, наверное, валить. Честно говоря, что-то какие-то лаги происходят, какие лаги происходят, я не понимаю. Короче, что-то у меня все залагало, я не сам не понял, почему. Прошло, наверное, минут 10, вот, посмотрите. Исходник идет уже 17 минут, камон. Что произошло, я не понял, у меня просто вылетел сайт. Я вылетел с авторизации сайта, зашел обратно, потом что-то долго думал, потом зашел в диспетчер задач и увидел у себя майнинг какой-то там, который просто жрал мою видюху. А у меня видюха очень такая достойная, дорогая, от RTX, и как бы решал вот этот быстренько моментик. 565 рублей, откуда что, я уже все забыл. Короче, погнали, кейс, хайк, откроем 10 раз уже обычным способом. Мне тут пишут, я пока беззвучку воткну, чтобы никто не писал, никто не отвлекал. Хайк, хайк 10, вот если бы сейчас кровавую паутину дигл дал бы, ну, было бы хорошо, но тем временем 228, 228, папиросим, 95 рублей мы отдали. Слушай, мы продвигаемся вперед, это уже хорошо. Не хочется затягивать, хочется, наверное, с таким маленьким депозитом быстро сделать X3, если у меня на самом деле это получится сделать. Сделать X3 и просто идти дальше заниматься делами. 100, слушай, даже с учетом того, что он может насыпать шерпа, он все равно тебя будет окупать, да? 151 рубль, смотри. Ребята, нашел самый четкий майнинг кейс. Ну, на котором можно майнить. Ой, это рублей 250. 573. Погоди. Интересно. Когда он меня сольет, мне интересно. Прямо сейчас? Или, типа, он хочет немного подтянуть время и потом меня слить? Ну, смотри, хотя вот третий раз открываю по 10 раз, он меня чуть не окупает. Ну, косарь на балансе. Давай, ладно, не будем ходить вокруг да около. Он либо меня сольет, потому что либо окупит. Давай мы просто, знаешь, что сделаем? Вот откуда? А, это этот. Это с апгрейдиком. 1000 рублей есть. Поменяем на сайрек. Здесь вот есть скар, который может залететь. Есть эмочка, которая может залететь. Да и, в принципе, все тут более-менее стоит, на самом деле. Самый дешевый вот сайрекс, конечно. Вот сайрекс вот это хорошее. Самый дешевый тут, точнее, этот Юсп сайрекс, говорю. Тут, блядь, зашел в кейс сайрексов и говорю, самый дешевый сайрекс, заебись. 123 рубля стоит. Ценовая категория у них одинаковая. Эмка сайрекс хорошо. Ну, что вот сделать? Давай продадим. Поехали. 1700 есть. Где у нас кейсик? Биткоин? Нет. Биткоин с этой ценовой категории вообще стрёмная тема. Давай, 10 раз открывай кейс All in USP. Если хоть одну даст, это будет хорошо. Либо я сейчас просто налажал конкретно. Либо я конкретно налажал. Вот, ой, спасибо.
Ну, все, в принципе, что, X10 практически от Depa, ну и плюс USPIC сам по себе-то очень хороший, ну, я думаю, он вам многим, много кому нравится. Не забываем, да, это сравнение сайтов, это сайт MyCSGO, здесь с 300 рублей мне получилось сделать 3 косаря, еще плюс 229 рублей у меня лежит на балансе, чуть-чуть не хватает, буквально прям совсем чуть-чуть, чтобы пооткрывать еще какие-нибудь кейсики. Кто знает, может быть, еще что-нибудь бы он выдал 146 рублей, а теперь нам хватает. 10 раз открываем, выдает он нам смокинг. 247, нет, я путаю, смокинг стоит херню. Я все хочу добить вот этот азимов. Ты, может, высыпешь мне петуха? Я бы сейчас петушка бы забрал бы с удовольствием. 39 рублей остается, петух, нет. Нет, но, тем не менее, он почему-то хочет... не то чтобы хочет, он продолжает. Вот, вот. Вот чего я добивался. Я открыл его уже больше 100 раз, и все-таки я добился. Но 3 сотки-то до сих пор на балансе лежит. Может быть, ты еще одного петуха решишь мне дать? Ну-ка, давай посмотрим. Оп, оп. Нет, нет. Но я не отчаиваюсь, давай его 5 раз открою, так сказать, до талого, бля. Ну, это что, заявка на то, чтобы я пошел дальше, типа, выбивать? Косарь, косарь плюс, 3300, 1300 на балансе. Косарь плюс — это хорошо. Косарь плюс — это, ну, это прям очень хорошо. Давай, эко-форс-бай, 10 раз, постом, поехали. Не налажай, пожалуйста, не налажай. Налажал. 800 рублей. Заходим в апгрейд за баланс. И тут выбираем... Давай поставим по 2000 рублей. Получится у нас, интересно, скрафтить 2 косаря? Ну вот, азимов... Да давай, почему нет? Давай, почему нет? За 2 косаря добавляем здесь половину нашего баланса, это 550 рублей, по 17%, поехали. Пятихатка осталась, если ты мне дашь на апгрейде сейчас АК-47 азимов, но он, к сожалению, не дал. И, ну, напоследок я бы хотел попробовать, знаете, что, вот 2 косаря, 1.91 тактику, все ее помнят прекрасно, кто не помнит, на YouTube-канал переходим, ребята, и чекаем, что это за тактика. По 60 рублей так-то я отдаю за один прокрут. Но если даст, я скажу, что охуеть, почему ее до сих пор не пофиксили. Ой-я, 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 вкусно, вкусненько, вкусненько, ребята, вкусненько. Давай вот так вот, вот так вот. Просто, ну, добьем, так сказать, баланс в нулину. И последний раз тоже не дал. Окей. Так, доступно для продажи 6900, ребята. Ну, это результат. Это результат на самом деле. Это большущий результат. И есть большой плюс залетания на сайт MyCSGO. Это в виде промокода на 40% STR777. Залетаете, возите его, получаете плюс 40% халяву. Ребят, устраиваю конкурс на 100 рублей. На 100 рубликов. На 100 железных рубликов. Вам либо на карту, либо на Kiwi карту. Разницы нет. Условия простые: поставить лайк, подписаться на канал и в комментариях написать номер своей карточки или номер карты Kiwi, куда я буду отправлять. А победителя смотреть в предыдущем ролике в комментариях. То есть в предыдущем ролике я тоже устраивал конкурс на 1000 рублей. Переходите туда, смотрите комментарии и ищите человека, кому я ответил, написал, что он победил и что я ему отправил денежку. И где он подтвердил о том, что он их получил. Вот, сейчас, ребят, на экране вы видите 4 ролика, которые всплыли, это ролики крупного характера, самые лучшие мои ролики, то есть самая лучшая моя подборка. Обязательно кликайте, продолжайте просмотр один из них и обязательно проявляйте большой актив. Не прощаемся.